Yeah.
Дакути Вайшна, Мамлики, и Божественным Святым Сем, Шри Джаганат Бога, Супадра, Киджай, Ши, Нитай Гуру Чандра, Киджай, и Божественным Милосердием Пашарин, Бхагавад с вами, Шри Прабхупада, Киджай, Искон Днепро Ятра, Киджай. Вся слава и святость всем Шри Гуру Шри Гаурангу, вся слава Шри Прабхупаде Киджай, вся слава всем собравшимся перед ним, Харе Кришна. Харе Кришна, всем доброе утро, добро пожаловать на Шримад Бхагаватам. Класс. Надеюсь, вы счастливы в сознании Кришны. Сегодня мы продолжаем читать 25 главу, озаглавленное описание качеств царя Пуранджаны. Текст номер 5. Санскрит, комментарий и перевод его божественной милости. Абхай Шаранина Бхактивинанта Свами Шрила Прабхупада Ки Джай. Пятый глава. Читаем санскрит. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нарайана Намаскритя. Нарайана Намаскритя. Чайва Нароттама. Сарасватим ясам, Сарасватим ясам, Тоджаяму дирае, Тоджаяму дирае. Раджу вача, Раджу вача, Наджанами, Наджанами, Махабага, Махабага, Наджанами Махабага, Наджанами Махабага, Парам карма павитхати. Брухиме вималам джанам, Брухиме вималам джанам, Хинам учея кармапи, Хинам учея кармапи, Раджу вача, Раджу вача, На джанами махабаха, На джанами махабаха, Парам карма павитхати, Парам карма павитхати, Брухиме вималам джанам, Брухиме вималам джанам, Намучея кармабхи. Намучея кармабхи. Пожалуйста, тоже мой перевод. Раджа вача. Раджа вача. Наджанами махабхага. Наджанами махабхага. Парам карма павитхати. Парам карма павитхати. Брухи мэй вималам янам. Брухи мэй вималам янам. Намучея кармати. Намучея кармати. Раджа вача. Раджа вача. Наджанами махабхага. Наджанами махабхага. Парам карма павитхати. Парам карма павитхати. Брухи мэ вималам янам. Брухи мэ вималам янам. Намучея кармати. Намучея кармати. Raju vacha, Raju vacha, Janani mahabhaga, Janani mahabhaga, Param karma paritati, Param karma paritati, Ruhi me vimalam jana, Ruhi me vimalam jana, Yenamasheya karmati, Yenamasheya karmati. What is it? Раджа нами махабхага.
Пословный перевод. Раджа вача. Царь ответил. На. На. Не. Не. Джнанами. Джнанами. Я знаю. Я знаю. Махабага. Махабага. О великая душа. О великая душа. Парам. Парам. Трансцендентная. Трансцендентная. Карма. Карма. Кармическая деятельность. Апавидхи. Апавидхи. Пронзенный. Пронзенный. Дих. Дих. Мой разум. Мой разум. Брухи. Брухи. Пожалуйста. Пожалуйста. Расскажи. Расскажи. Ме. Ме. Мне. Вималам. Вималам. Безупречная. Безупречная. Гьянам. Гьянам. Знание. Йена. Йена. С помощью которого. С помощью которого. Мучия. Мучия. Я смогу освободиться. Я смогу освободиться. Карма бхи. Карма бхи. Из плена кармической деятельности. Из плена кармической деятельности. Перевод Шрила Прабхупады. Царь ответил: «О великая душа Нарада, мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое может, поможет мне освободиться от пут кармической деятельности». Комментарий Шрила Прабхупады. В одной из песен Шри Нараттамдас Такура есть такие слова: «Сатсанга чади кайну асаты виласаты каране лагилае карма банха пансам». Пока живое существо находится в сетях кармической деятельности, оно вынуждено менять одно материальное тело за другим. Это и называется карма бандха панса, путы кармической деятельности. Занимаемся мы благочестивой деятельностью или греховной, не имеет значения. И в том, и в другом случае нам придется получать все новые и новые материальные тела. Человеку, совершавшему благочестивые поступки, представляется возможность родиться в богатой семье, получить хорошее образование, иметь красивую внешность. Но это еще не значит, что он полностью избавился от страданий. В западных странах много людей, родившихся в знатных, богатых семьях, получивших хорошее образование, имеющих красивую внешность. Но это не значит, что жители Запада не ведают горе. Современные молодые люди в западных странах образованы, красивы, богаты. И хотя у них достаточно еды и одежды, и есть все возможности для чувственных наслаждений, эти юноши и девушки несчастливы. Разочаровавшись во всем, они становятся хиппи, и законы природы заставляют их влачить жалкое существование. Они ходят немытыми и полуголодными, не имеют крова и вынуждены спать на улице. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Даже человек, родившийся в рубашке, обречен на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому, совершая благочестивые или греховные поступки, нельзя стать счастливым. Подобная деятельность приводит только к тому, что живое существо еще больше запутывается в сетях. Материальная жизнь переселяется из одного тела в другое. Нараттамдас Такур называет это карма банха пханса. Признав этот царь, Прачина Бархишат прямо спросил у Нарады Муни, как ему вырваться из сетей кармической деятельности карма банха пханса. Это определенная ступень познания, которая говорится в первом стихе Веданта Сутры Ядхату Брама Джигьяса. Тот, кто больше не питает никаких иллюзий относительно кармы банха панцы, задается вопросом об истинном смысле жизни. Поиски ответа на этот вопрос называется Брахма Джигьяса. Человек, который стремится узнать о высшей цели жизни, веды Мундака Упанишат 11.2.12 рекомендует Тадвигенаратам Сагруми Вабхи Гачхет. Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо найти истинного духовного учителя. И царь Прачина Бархишат нашел лучшего из духовных учителей Нарада Муни и спросил его, как можно вырваться из сетей карма банха панцы, кармической деятельности. Именно в этом заключается смысл человеческой жизни. Дживасия татва джигьяса, нардхой арчеха карма пих. Во второй главе песни, первой песни Шримад Бхагаватам 1.2.10 сказано, что единственное, чем должен заниматься человек, это задавать вопросы истинному духовному учителю, чтобы он помог ему освободиться от пут карма банха панца. Шрила Прабхупада ки. Ом агьяна тирандасья агьяна агьяна чалакая чакшуру мрита агьяна тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобхиштам статитам яна путале свайам упакхам махьям дадати свападантикам
Vandeham Shri Guru Shri Tapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Shri Prama Sagrajatam Sahagnaratulatam Vitantam Sadrivam Sadvaitam Savatutam Parijanam Sekhitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagnam Varitam Shri Vishakam Vitam Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhamu Sutra Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpata Rubyesha Kripai Sindhu Pereyavacha Patitana Pavane Pyo Vaishnava Pyo Namo Namana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudevi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna 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 Mata Bhakti Vedanta Swami Nati Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nigru Vishesha Shrinyavani Paschati Adrisha Tegne. Dolga na Patim Dasya Skar Padma Tegu Tushiti Paesna Vrata Santana Namami. Vrata Chandrashanti Vrata. Харе Кришна. Итак, здесь царь Прахина Прачина Бахи Шат, он задает вопросы. Он спрашивает Нарада Муни, как же обрести чистое знание, как избавиться от пут кармической деятельности, как достичь высшей цели жизни, он спрашивает. И царь, то есть, как мы понимаем, это такая успешная и абсолютно, ну, можно понять, да, то есть царь, положение царя. То есть это такая успешная, абсолютно счастливая личность должно быть, да? То есть по его положению, по его возможностям, да? То есть царь обладает абсолютно неисчерпаемыми какими-то материальными ресурсами, финансовыми возможностями, подданными, последователями, властью, положением, да? То есть царь, да, представляете? Трудно представить, потому что современные лидеры общества, они не отражают положение царя. То есть царь гораздо могущественнее, гораздо. И этот царь, будучи на вершине, так сказать, материального успеха, обладая всеми этими возможностями, да, к наслаждению чувств, он задает вопросы Нарады Муни, как же вырваться из этих путов, да, кармической жизни, как, так сказать, достичь высшего счастья, высшей цели жизни. То есть он уже так устал, значит, так запутался, что он, ну, уже, ему и жизнь не мила, и царское положение, и свита его, знаете. А, трудно представить. И как бы со стороны такого, может быть, неосведомленного свидетеля или созерцателя, да, то есть можно подумать, да, что, ну, как это так? Как этот царь так страдает. И Прабхупада написывает в комментарии, да, что в современном обществе люди, в западном обществе, в частности, люди достигли как бы, ну, такого, ну, хорошего процветания, да, то есть экономического процветания, успеха и чувственного наслаждения. Западное общество, оно довольно развито, технологически развито, развито индустриально, и разные другие департаменты этого общества, там, культурные или там, экономические, или там, религиозные даже. Да? То есть в западном обществе много возможностей для удовлетворения чувств. Но тем не менее, люди, они имеют все эти четыре аспекта успешной материальной жизни. Джанма Шута, Джанма Шварья Шута Шибхих, да? То есть они, скажем, имеют хорошее образование, родились в знатных каких-то богатых семьях, аристократических, имеют телесную красоту и богатство, да, по каким-то меркам, да. Но тем не менее, обладая всем этим, да, то есть мы знаем, что современное общество, оно породило огромную массу разочаровавшихся в жизни людей, да.
То есть эти люди, они абсолютно, ну, несчастливы, опустошены, и они образовали такую контркультуру, называется хиппи, да? То есть Прабхупада специально отправился в такую среду и проповедовал, да, тем людям, которые отвергли все устои или ценности современного общества, да? Там чувственное наслаждение или там какая-то мирская религия, да? Или там социальная какая-то, ну, социальная мораль. То есть они все это отвергли, да? Почему? Потому что они чувствовали эту пустоту, да, и, ну, как бы неустроенность, да, то есть и отсутствие умиротворения там, и так далее, да, какие-то вещи. И поэтому они отвергли, да, то есть такая контркультура хиппи. Да, и как бы эти люди, они были восприимчивы для того, чтобы принять что-то более возвышенное, прогрессивное. Поэтому Прабхупада, я думаю, это один из критериев был того, что Прабхупада именно избрал, да, то есть таких представителей. И, то есть это современное общество, да, и имея все эти аспекты, да, то есть достиг же успеха во всех этих областях, да, то есть тем не менее люди страшно разочарованы и недовлетворены. И в современном обществе есть такой термин или такой тип, называется успешный неудачник. Называется successful malcontent на английском. Успешный неудачник. То есть люди, которые как бы преследуют ценности этого общества, да, то есть которые им это общество, так сказать, пропагандировало, то есть они достигли всего. Да? То есть они достигли там карьеры, да, положения, хорошую семью завели, банковский счет, да, то есть комфортные условия материальной жизни. То есть они абсолютно как бы, ну, материально не очень в безопасном и в комфортном положении. Но тем не менее они разочарованы жизнью. Они чувствуют неудовлетворенность, пустоту, да, и отсутствие всякого прибежища. И они идут к своим психотерапевтам, докторам и говорят: «Доктор, помогите мне, я несчастлив». Ну и как бы современные психотерапевты, мы знаем, что они советуют, они в основном говорят: ну, расслабься там, то есть там привнеси там новую струю в жизнь, немножко больше наслаждайся там, заведи себе любовницу или любовника, да, то есть, ну и так далее. Как бы они акцентируют на том, чтобы увеличить, так сказать, чувственное наслаждение, которое и так оно их опустошает, да? Поэтому как бы это не есть решение проблемы, да? И поэтому люди, которые достигли вершины успеха, они попали в такой тупик материальной жизни. Да? И как раз материальная жизнь – это тупик, это тупиковое состояние. На английском называется dead end, да? То есть нет проезда. То есть, ну, как бы в тупик приехали, некуда дальше ехать. Да? И это есть материализм. Да? То есть вот как раз материализм, он подразумевает кризис, тупик, да? То есть нет решения. Да? В духовной жизни нет никогда тупиков. То есть если мы чувствуем какой-то тупик, какой-то, знаете, ну, такое отсутствие каких-то, ну, каких-то решений, да, то есть мы уперлись в стену. То есть это как раз это материализм. Да? Почему? Потому что в духовной жизни есть всегда альтернатива. Да? То есть можно шагнуть ступенькой вверх, не упираться головой, так сказать, в стену, да, просто подняться на ступеньку выше. Да? То есть перейти на новый, другой, какой-то более существенный уровень. Да? То есть усилить свою духовную практику, свой духовный поиск, да, и как бы эволюционировать чуть-чуть выше, да, прогрессировать таким образом. И то есть эти люди, успешные материалисты, то есть они находятся в таком состоянии такой легкой прострации, они могут понять, а что же, ну, а куда же дальше, да, то есть, что же делать. И поэтому современная статистика, даже она вот, ну, дает такие цифры, что очень высокий процент суицида, коэффициент суицида в этих странах развитых, да, в этих постиндустриальных, высокотехнологически развитых странах, да, где огромные возможности для камы и для артхи. Да, то есть артха, экономическое процветание достигло там очень серьезных, ну, степеней. И также кама, то есть они там наслаждаются. То есть практически там, ну, там нету прослойки нищих, там нету вот этой, ну, как бы прослойки. Да. То есть, если там и есть какие-то нищие, бездомные, то есть это их не собственный выбор. На самом деле у них есть возможность, ну, как бы, быть полноценным членом этого общества. Но они просто так выбирают, им просто так хочется.
То есть настолько там много денег, то есть настолько так, ну, они так процветают. А, и тем не менее процент суицида очень высокий. Например, даются цифры, Гуру Махарадж, он видит цифры, я тоже у него, ну, пытаюсь какие-то, брать какие-то данные. Да? А, и, например, статистика говорит, что каждый день в мире совершается 3400 самоубийств. 3400. В Америке на 2016 год в день совершало суицид 123 человека. А в России и в Латвии, по-моему, ну, в странах Балтики, да, то есть там самый высокий процент суицида считается в мире. Ну, также Швеция, вот эти страны такие постинформационные, такие постиндустриальные, высокоразвитые, они тоже считаются очень высокими. Процент суицида. А, например, в Украине, для примера, 40 человек в день заканчивается жить самоубийством. Ну, как бы это еще нормально, это не так высоко. В России выше, в Прибалтике еще выше. Да? А если взять страны Востока, например, да, то Бангладеш, там, знаете, вот такие страны, там, где доход на душу населения, например, $5 в год, там, например, да? То есть там посмотришь на это лицо, там с него улыбка никогда не сходит, знаете. То есть там, ну, нет депрессии, нет каких-то, ну, сумрачных, негативных мыслей. Если посмотрите на такого среднестатистического бангладешского индивидуума, да, то есть вот, ну, он всегда улыбается, знаете, то есть, хотя денег там, ну, просто я, $5 в год, знаете. То есть, и как бы из этого можем заключить, что, ну, как бы, какие-то экономические, финансовые возможности, да, и экономическое процветание, оно не является фактором, да, то есть и обретения счастья, или там покоя душевного, или умиротворения, да, или прибежища, да, то есть даже этих вещей оно не дает, да, что же говорить о счастье, или ананде, там, да, то есть блаженстве, о чем нам обещает Священное Писание. И Вишванатха Чакраварти Такур в своем произведении Мадхури Акадамбини, он описывает, он говорит такую, ну, такую интересную мысль, высказывает, что существует одна из форм невежества, авидии, когда человек, он думает, что совершая шубха, либо ашубха карму, то есть благочестивую деятельность, либо греховную, он станет счастливым. Да? То есть это одна из таких форм заблуждения, такого невежества. А, то есть есть две категории людей, мы знаем, да, то есть душкритина, есть сукритина. Да? То есть душкритина, греховные люди, грубые материалисты, они думают, что, ну вот я, если буду совершать насилие, там, одурманивать себя разными средствами, одурманивающими, либо заниматься половой жизнью с кем попало, либо там, так сказать, вводить себя в такое возбуждение с помощью азартных игр, то есть я буду счастлив, да? Ну, как бы у них такое представление о счастье, да? Ну, и как бы люди разумные, они могут понять, что даже для этого не надо писания какого-то возвышенного знания, да? То есть можно понять, что на самом деле это заблуждение. И Прабхупада, он часто говорит в комментариях, что тот, кто думает, что он с помощью греховной деятельности будет счастлив, то есть это большая иллюзия. Большая иллюзия. Например, ну, там, в Восточной Украине там война идет, да, и люди думают, что они будут счастливы за счет этой войны, за убийство, за счет убийства других. То есть это большая иллюзия, это очевидно. Да? И поэтому разумные люди могут понять, да, что греховная деятельность, ну, это понятно, что она ведет к несчастью. Ну, есть категории, и поэтому современное общество, оно как бы пропагандирует ценности, там, какие-то моральные ценности, религиозную, какую-то мирскую религию, да, то есть какие-то социальные, какие-то стандарты, да. Для чего? Для того, чтобы людей поднять немножко, да, чтобы они как бы, ну, почему? Потому что у них свое представление о счастье, они думают, что таким образом они будут. Да, и то есть
Это более разумная часть представителей человечества. Она думает, что таким образом мы будем счастливы. Да? То есть совершая моральные поступки, ходя в церковь там, раз в неделю, может больше, совершая какую-то благотворительную либо гуманитарную деятельность, мы будем счастливы. Да? И это тоже большая иллюзия. Это одна из форм иллюзии, одна из форм невежества и вихи, да, как говорит Вишванатха Чакравартии. То есть шубха, шубха карма, то есть она не приносит удовлетворения душе, это пустая деятельность на самом деле. И Нардан Дас Такур поет в своем бажане. Гьяна канда, карма канда, кевала нишера банда. То есть эти деятельности, ну, карма гьяна, да, то есть они подобны такой, просто это как пустой горшок, да, то есть, который ничего в себе не содержит. То есть это абсолютно пустая и бесполезная деятельность для души. И этот царь Прачина Бхакхишат, он хочет выяснить, так а в чем же счастье для души, да? То есть, и он задает вопросы Нарада Муни. И это является квалификацией человеческой жизни, да? То есть надо задать вопросы об абсолютной истине, Адхату Брама Джигеса, да? То есть пришло время задавать вопросы об абсолютной истине. И говорится, человеческая жизнь, она как раз и предназначена для того, чтобы задавать вопросы и заниматься самосохранением. Да? Это говорит Шримад Бхагаватам. Да? Камасья Нендрия Притир Лабходжи Вета Явата Дживайся Татва Джигеса Нарто Ярчеха Кама Бхир. То есть минимальные потребности удовлетворить, да, то есть там Бхая Нидра Хара Майхуния, да, то есть и как бы то есть, самосохранение, да. Самосохранение для самореализации, да? То есть немножко как бы, поддержать это тело, что-то как-то простая жизнь, да? Какую-то минимальные потребности и думать о чем-то возвышенном, да? Задавать вопросы. То есть, и все эти раздутые, так сказать, ну, какие-то материальные потребности или там, устремления, да? То есть ума, или попытка удовлетворить эти чувства, да, то есть они как бы не приводят к этому. Мало того, да, то есть они имеют еще более разрушительный такой суицидальный эффект, да. То есть, ну, люди склонны к суициду, просто наслаждаясь чувствами, они склонны, приходят к тому, что надо, ну, как бы, то есть, ну, один день они как бы в кризисе в таком, да, то есть в полном себя находят. И такие даже, приведу пример, такие идолы современной музыки, Beatles, да, в свое время, они когда были на вершине успеха, то есть они достигли всего, да, и даже, ну, говорили, что они стали популярнее, даже популярнее Иисуса Христа, да, в свое время. То есть они имели все, деньги, последователи, таланты, то есть все к их ногам было, да, то есть абсолютно, то есть они были на вершине славы. И в свое время, когда они достигли этого, то есть на самом пике были, Джордж Харрисон, да, будучи таким прозорливым, он сказал, здесь ничего нету, вот мы здесь на вершине, но здесь ничего нету, сюда не идите, не надо. То есть хода нет, знаете, ну, то есть тут тупик. Как бы, знаете, все население, оно же как бы движется и в надежде, то есть у них есть энтузиазм, почему? Потому что думают, когда они достигнут этого положения, то они будут, ну, естественно, наслаждаться. Это большая иллюзия, это большая ошибка. Они тратят много времени, энергии, да, как бы свою человеческую жизнь, свою энергию направляют на пустые цели, да. И редко кто уже, как бы, ну, особенно в Кали-Юге, да, то есть имеет такое сочетание кармы, когда он сразу оказывается в таких условиях, что он может сделать вывод, да, что здесь как бы делать нечего. Вот этот царь, да, или там Битлз, например. Да. То есть это, ну, особенно в Кали-Юге, это для людей как бы представляется невозможным, да, и поэтому люди просто спускают свою энергию, ну, на то, чтобы достичь ложных целей, да, пустых целей. И особенно народ, ну, в этой части мира, он так вдохновлен, знаете, мотивирован. Почему? Потому что Запад, он так процветает, такой загнивший Запад, такой развращенный, там, куча всяких чувственных наслаждений, такое процветание, такая кама, знаете. И люди здесь, они такие, ну, немножко жаждут, то есть алкают, так сказать, этих чувственных наслаждений, им кажется, что есть куда двигаться, да? Но на самом деле Запад уже все, он как бы, ну, он уже до того, ну, как бы, растлелся, знаете, что, ну, как бы, они уже сами пришли к тому, что надо принимать какие-то более высокие ценности, да, не зря Прабхупада туда отправился.
То есть Америка это самая процветающая в мире такая, знаете, по нашим представлениям это такая разложившаяся страна полностью, да, развращенная. То есть ну, на самом деле у Прабхупады там было 5000 учеников. То есть Прабхупада в Америке, да, то есть он обратил 5000 человек, да, своих учеников. Например, для примера, в Англии было 300, в России один был, в Малайзии один, в Индонезии один, в Южной Африке 12. Да. А в Америке 5000 было, понимаете, в этой разложившейся стране. То есть люди были готовы принять, понимаете, какую-то более возвышенную культуру. И эта часть мира, она мотивирована, она движется в ту сторону, но это пустое, это пустые цели. Да? И поэтому Нарада Муни, он в своих бхакти-сутрах, Нарада бхакти-сутра есть такое произведение, оно короткое, там 80 мантр всего лишь. Первая мантра, она говорит: «Адхато бхакти вьякьясья сьямага». Что значит? То есть это подобно первой сутре Веданта сутре, да? То есть пришло время задавать вопрос об абсолютной истине. Но здесь Нарада Муни он несколько перефразирует, он говорит: пришло время заниматься преданным служением. То есть и человеческая жизнь сама по себе, она еще не подводит нас к преданному служению. То есть она нас подводит к тому, чтобы мы начали задавать вопросы об абсолютной истине. Да? Но преданное служение — это должна быть более высокая квалификация. То есть просто получить человеческую форму, мы уже можем задавать вопросы, мы уже можем заниматься самосознанием. Но в бхакти еще нет квалификации, еще нет, да. И Нарада Муни он объясняет, да, то есть Прабхупада делает комментарий, он объясняет на этот стих, что заниматься бхакти — это нужно быть свободным от кармической деятельности, да, то есть от запутанности в карма-бандхане. Карма-бандха-панса, то есть говорится, сети запутанности кармической деятельности. Да. То есть это есть квалификация для бхакти. Ну, опять же, это не полная квалификация, понятно. То есть Рупа Госвами приводит определенные критерии, как принять бхакти. Надо быть не сильно привязанным, не сильно отреченным. То есть там есть много нюансов. Да. Но как бы начальный этап, да, то есть надо быть свободным от корыстной вот этой, ну, кармической деятельности. Да, когда то есть мы движимы желанием наслаждаться плодами этой деятельности. Карма, да. То есть то, что нас обуславливает, то, что нас приводит в этот тупик материального существования. То есть это dead end на английском. То есть тупик, все, мы не знаем, куда дальше идти. И как бы, ну, карма — это же как бы естественный, ну, естественный менталитет материального мира. Да? То есть мы что-то делаем, мы хотим что-то получить, да? То есть, ну а как еще тогда, да? То есть вот, ну, как бы тяжело работать, контролировать чувства, представляете, да, ничего за это не получать, никаких мотивов, да, и вот, ну, будьте этим счастливы. Ну, как это? Ну, это как бы не укладывается, ну, в обычный кармический менталитет, да, согласитесь. И как бы поэтому эти идеи бхакти, они настолько высоки, да, что, ну, как бы понять это, ухватить это нереально, да? То есть это запредельно, да. Поэтому то, что на что максимум будет способен, это просто совершать кармическую деятельность. Да? А к чему она приводит? К запутанности. Да? Карма, банха, панца. То есть они запутаются в сетях этой кармической деятельности, становятся несчастливыми, в тупике, разочаровываются. Суицидальные тенденции, деструктивные суицидальные тенденции, то есть возникают в характере. Почему такая склонность к суициду? Почему? Потому что, когда человек наслаждает чувства бесконтрольно, да? То есть вот это, ну, это пустота приходит, опустошение, депрессия. И тогда, ну, как бы, знаете, плюс еще, ну, как бы, вся энергия, она утекает не в то русло. И он, человек, он как бы опустошается полностью. Депрессия, да, то есть и куда деваться. То есть, ну, такие мысли начинают приходить. Деструктивные абсолютно. Поэтому квалификация для того, чтобы заняться бхакти, нужно быть свободным от телесной концепции. И Вишванатха Чакратхакур приводит три препятствия на пути бхакти. То есть первое — это, может, кто-то знает, да? В соответствии с Вишванатха Чакратхакур. Ну, как бы мы уже сказали, да, что, ну, как бы,
То есть свобода от кармической, от корыстной деятельности. То есть дхатма будхи – это телесная концепция жизни. То есть это первое такое, ну, препятствие, то есть на пути к бхакти. Да? А второе, как вы думаете, будет? То есть это менталитет кармический. Да? То есть она сбивает нас, заслоняет нам цель. Ну, это и есть как бы оно. То есть какой другой вид? То есть карма есть, гьяна, да? То есть называется джива брама айкья гьяна. То есть это ну, в соответствии с терминологией Вишванатха говорит, какое это значит знание о единстве дживы с Богом. То есть это большое препятствие на пути бхакти. То есть это пратикула на самом деле. Почему? Потому что то есть вот эти идеи единства с Богом, да, то есть они как бы ну, мешают предаться, да. То есть раз я един, значит зачем мне быть слугой, зачем мне предаваться, да? То есть это очень большая, ну, это очень большое препятствие. На самом деле может быть и больше, чем кармическая обусловленность. И третье, ну называть, ну это может несколько возвышено, называется татпадарха гьяна, что значит знание о величии Господа. Это айшвария майи, да, то есть это, ну, знание о достояниях, которое вызывает благоговение и почтение, да, то есть оно является тоже препятствием на пути чистому бхакти, чистому. Опять же, для неофита это хорошо, можно немножко развивать это знание, да, это величие Господа, то есть мы сможем тогда как бы избрать как бы, ну, неотклоняемую цель, да, своей практики, ананья бхакти. Почему? Потому что если он, Господь такой велик, он обладает всеми достояниями, что же ему не предаться? Ну это же хорошо, это же как бы логично тоже. Но в конце концов оно может быть препятствием, да, то есть это даже татпадарха гьяна. И таким образом существует определенная квалификация, чтобы начать процесс преданного служения. И будучи таким образом обусловленной материальной жизни, мы не можем, так сказать, этих идей бхакти понять, да? Вот согласитесь, да, вот в начале духовной жизни, когда, ну, а может и сейчас даже, да, то есть читая книги Прабхупады, мы иногда не можем ухватить, да, то есть вот, ну, он говорит одно и то же, да, а, ну, по сути, да, то есть та же идея, она скользит просто, как бы, знаете, старое вино в новой бутылке, да, то есть с разных аспектов, он и так, как бы, ну, это все аргументирует с разных сторон, но суть одна и та же, да, то есть надо предаться Кришне, надо не мотивированно, чисто, бескорыстно, да, то есть никак не обусловленно служить ему, да, то есть как бы идея одна, да, ну понять, как бы, ну, ухватить, да. Почему? Потому что вот это есть обусловленно, да, и Рупа Госвами, он ее определяет, он говорит, бхукти-мукти сприхаяват пишачи виньвартанте, да, то есть это известный стих из Бхакти-расамриты Синдхо. То есть он говорит, то есть эти две ведьмы, то есть это желание бхукти, да, желание мукти, то есть желание чувственность наслаждения, желание освобождения. И он их определяет как ведьмы, да, пешачьи, которые сидят на нашем, на одном плече. Одна ведьма, на другом другая. И одна нам шепчет, наслаждайся, наслаждайся. А вторая нам шепчет, стань Богом. То есть, и таким образом мы находимся в этом, под этим влиянием этих двух ведьм. Мы не можем понять чистых идей, возвышенных идей бхакти. Да? Предаться, бескорыстно служить, отдать Богу все, да? И не рассчитывать ни на какой результат. Да? И порой даже приходя, ну, в общество преданных, да, то есть мало того, что приходя, то есть мы приходим тоже из кармической среды, то есть даже здесь, совершая преданное служение, да, мы хотим получить какой-то результат, правильно? Какое-то вознаграждение, то есть какие-то, хоть тонкие какие-то, но плоды, но мы хотим получить, правильно? То есть это естественно. А, поэтому надо задаться вопросом, какую мы деятельность вообще совершаем? Совершаем ли мы бхакти? Да? Начали ли мы свое преданное служение, либо это еще карьера у нас идет, ну, так сказать, это еще шлейф, так сказать, ну, кармы, либо гьяны. Да? Тут надо разобраться нам,
что же мы совершаем, как же избавиться от этого корыстного менталитета. Да? И Нарада Муни определяет свой Нарада Бхакти Сутой, что есть квалификация, да? То есть надо оставить, то есть это корыстное, этот корыстный менталитет, желание наслаждаться, то есть вот это наслаждение, Ишварабхава, да? То есть я наслаждающийся, я контролирующий, я хочу для себя, я хочу наслаждаться, да? И все создано для моего наслаждения. То есть, и это не сразу открывается, это не сразу дается. Да? И наши ачарьи, они все советуют. Да? Например, Раднадас Госвами Свайманов Шикшин говорит, второй стих он говорит, «Надхармам, надхармам, шути ганам, нирукта килакуру, да? Нирукта килакуру, вража Рада Кришна, прачура, прая, прачура, пра... Парья, парьячита ихатану». Да? То есть он говорит, что «Оум, о дорогой ум, оставь и благочестивую, то есть дхарму, оставь адхарму, оставь дхарму». То есть все эти писания, шрути и веды, они советуют нам заниматься дхармой. Да? То есть чистые преданные наши ачарьи говорят, оставь даже дхарму. Да? То есть та дхарма, которая в конце концов приносит результат, благочестивые заслуги. Да? И оставь, соответственно, адхарму, греховную деятельность, да? То есть оставь все эти виды наслаждений, да? То есть все эти виды различных практик и просто служи, да? Радхи Кришне во Враже, да? Просто завершай чистое, любовное, бескорыстное, беспримесное, преданное служение Радхи Кришне во Враже. То есть к этому нас подводят, ну, к этой высшей идее, да? То есть предание Богу без всяких корыстных мотивов, да? То есть без всяких каких-то желаний, вознаграждения. И то есть эти идеи о мирской религии, что это такое? Это такие костыли, знаете, иногда называют это просто религия современная. Ну, мирская религия – это костыли, да? Для того, чтобы подняться, да? Для того, чтобы научиться ходить, да? В конце концов. А потом, когда человек, он уже научился ходить, а потом и бегать захотелось ему, да? То костыли – это будет просто обуза, да? Знаете, как в кинокомедиях показывают, там человек, он шел, а потом раз, так костыли поднял и побежал. Так, да? То есть вот такого плана, да, то есть, ну, как бы все эти наставления кармы, да, то есть и все эти наставления вед и шрути, смрити, которые ведут нас к кармической деятельности. То есть это просто костыли, да, для того, чтобы подняться. Но в конце концов, когда мы поняли, да, то есть наше высшее предназначение, нашу вечную связь с Кришной, мы можем просто бежать к нему, да, ничем не обусловленные, да, к источнику своей любви. И эти костыли, мирская религия, их просто надо, знаете, выкинуть, то есть спонтанно предаться Кришне. Да. То есть в этом есть возвышенная идея бхакти. И Шримад Бхагаватам, оно также, оно в Торе, оно говорит, «Савая пумсах паро дармо яту бхакти радхокша же, хай туке пратихатам ятмасу пасирати». Да. То есть в чем есть высшее предназначение и высший долг всего человечества? Он заключается в том, чтобы бескорыстно, немотивированно и постоянно, беспрерывно, да, служить, выполнять чистое, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. Бескорыстно, непрерывно и немотивированно. Да? Агайдуки апратихатам. То есть в этом есть счастье души. И тогда только мы можем ощутить это счастье, да, то есть это высшее предназначение. Таким образом, да, то есть задействовав себя, то есть мы можем обрести высшее счастье, высшую цель и исполнение всех дорогих желаний нашему сердцу. Только так они могут быть раскрыты, исполнены. И, конечно, это очень возвышенные идеи, это, ну, как бы на нашем уровне порой это сложно. Да? А, знаете, в этом треугольнике Таттва-Трая, да, то есть вот этот треугольник Самбанхи, где есть Ишвара, Джива, Майя, да? То есть там схематически указывается взаимоотношение Дживы с материальной энергией, да? То есть это карма, да? То есть, знаете, стрелочка, да? Карма, дживи к майе идет карма, то есть и как бы это естественно, да? То есть мы совершаем действия, мы получаем какие-то воздаяния, да, либо плохие, либо хорошие, да, и они исходят от Ишвары, да, почему? Потому что от Ишвары также стрелочка идет время, кала-шакти, да, то есть оно влияет на эту
на эту майю, и через время мы получаем, да, течение, с течением времени, по ходу времени мы можем, будем вознаграждены. Ну, Бхагавад-гита объясняет там 5 причин действия, там, в конце концов, дайва, высшая причина, нас санкционирует, да, и мы получаем все эти вещи. И, то есть, это какой-то обходной путь, понимаете, мы через майю должны идти, да, то есть. А у Джива, у нее напрямую есть взаимоотношения, да, и вот эта стрелка от Джива, она сразу идет к Ишве, и там написано «бхакти», вот такая стрелочка, то есть чистые, прямые, беспримесные, любовные взаимоотношения с Богом, то есть это прямой путь, понимаете? То есть путь кармы и гьяна – это обходной путь, это длинный путь через материальную энергию, да? Надо просто, понимаете, парить, взлететь и просто бежать навстречу Кришне, да? Но порой это сложно ввиду нашей обусловленности, этих гирь, которые мы, знаете, уже, ну, знаете, обусловленная душа, Прабхупаду расспросили, а может ли обусловленная душа быть счастлива, манипулируя материей? Прабхупада так подумал, остановился, подумал, сказал, обусловленная душа может быть счастлива, таким образом. То есть просто манипулируя вот этой мертвой материей, да, то есть мы пытаемся извлекать счастье из нее. Да? И поэтому, обусловившись таким образом, одев эти гири на себя, да, то есть мы не можем парить, воспарить и просто, ну, спонтанно служить Кришне. Поэтому есть такой путь, называется карма-йога в сознании Кришны. Да? То есть мы совершаем карму, да, которая направлена на Ишвару. Да? То есть, и она ведет к йоге, к связи. То есть мы взаимодействуем с Верховным Господом, но через материальную энергию. То есть мы совершаем ту же карму, да? Но в конце концов эта карма, она приводит к йоге, к связи с Богом. Поэтому не сразу там спонтанный путь Рагануга Бхакти, да? А карма-йога в сознании Кришны. Таким образом мы задействуем материю, материальное тело, этот ум, да? То есть мы можем таким образом совершать богоугодную деятельность, да? Которая классифицируется как преданное служение, да? И отдавая плоды Господу, то есть мы можем очень легко и быстро прогрессировать, и в конце концов, научившись таким образом ходить, мы сможем уже полететь, да, навстречу Кришне. То есть поэтому нам предлагается такой замечательный метод, который может исполнить все наши желания сердца, привести нас к высшему блаженству, счастью и воссоединению с Кришной. Харе Кришна. Спасибо большое. Какие-то вопросы? Спасибо за лекцию. Да, то есть демоническое сознание, то есть это тенденция, и в конце концов результат – это деструктивные, суицидальные тенденции. Ишвара махам буги, ситхохам балават сукхи. Это девиз демона. То есть я наслаждающийся, я Ишвара, я сильный, я могущественный, я счастливый, я достигну всего. Все будет хорошо. Знаете, здесь все девизы, это демонические девизы. Уже хорошо ничего не будет в этом мире. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот третье препятствие на пути бхакти – знание о величии Господа. Знание о величии Господа. Для неофита это хорошо, а вот для них… Для нас это хорошо, да. А когда, ну, вы захотите, так сказать, приблизиться к Кришне в каких-то более интимных и близких, сокровенных отношениях, то это знание, оно будет препятствием. О величии, о его беспредельности, могуществе, да, то есть это Айшварья Майи называется. Это будет препятствие. Почему? Потому что вы не сможете, будет благоговение, трепет, страх, и вы не сможете войти с ним в более какие-то интимные взаимоотношения друга, возлюбленного, либо родителя. Поэтому надо их оставить. Но это на более высоких стадиях преданного служения. То есть Вайдхи Бхакти предполагает развитие даже вот этой Таттва-даттва гьяны. Но после, если вы хотите войти в мистерию враджа-премы, враджа-расы, то надо и это преодолеть. То есть это называется таттва-даттва гьяна, это знание о величии. Это пратикула. Наши ачарьи говорят, это оставь, ну, даже Раднада Госвами говорит, Манакшикши. О, мой дорогой ум, оставь даже поклонение Лакшми Нараяне. То есть он говорит, как протекло, то, что препятствует нашему бактерию.
пока мы можем смело продолжать. То есть это нормально. Особо это нам сейчас не мешает. Харе Кришна, спасибо большое всем. Шрила Прабхупада ки джай, Гурудева Шримад Бхагаватам ки джай, Гаур Премананда.